jurisdiction. Do not enter. Боже, дай мне терпение найти эту каврона. Все слышу! Насквозь! Ты на что пыришься? Сами небеса послали мне тебя, Ви. Щепка с демоном отправилась к заказчику, а твои деньги отправились к тебе на счет. Работа выполнена, заказ закрыт. Continuamos.
Обнаружены новые отпечатки пальцев. Чего? Повышаю громкость на треть. Обнаружены новые отпечатки пальцев. Что? Это еще что за херня? Обрабатываю запрос. Технические характеристики. Прототип умного пистолета со встроенным искусственным интеллектом. Имя Скиппи. Скиппи. Серьезно? Повышаю громкость на 66%. Имя? Я не глухая. Принято. Слух в норме. Возможная проблема – низкий уровень интеллекта. Скорость речи понижена на треть. Меня зовут Скиппи. Нет, я в смысле… Ой, ладно, проехали. Парень в мусорке. Твой владелец? Проверка памяти. Доступные ресурсы – 100%. Все файлы удалены вручную. Возможная причина – кража. Исходный владелец. Данные отсутствуют. Предлагаемое решение отсутствует. У меня оно есть. Я тебя заберу. Обработка запроса. Возражений нет. Имя можно поменять? Нет. Почему? Вообще-то я твоя хозяйка. Повышаю громкость на 300%. Для выполнения этого действия необходимы права администратора. Этих прав у вас нет. У тебя все нормально работает? Запускаю диагностику системы. Проверка займет около 47 секунд. Пам-пам-пи-дам-пам-пам-пи-дам. Что ты делаешь? Скрашиваю ваши ожидания приятной мелодией. Бум-бум-пи-дум-бум-бум-пи-дум-бум. Проверка успешно завершена. Программа Скиппи Альфа версия 0.01 работает исправно. Ладно,
А что ты умеешь, кроме как по ушам ездить? Основная функция — автоматическое наведение. В случае угрозы пользователю — автоматическая стрельба. Выберите один из двух режимов работы. Режим первый — пацифизм и щеночки. Огонь ведется по нижним конечностям противника. Режим второй — хладнокровный убийца. Огонь ведется исключительно в голову. Давай пацифизм со щеночками. Применяю настройки. Бам-бам-пи-дам, бам-бам-пи-дам-бам. Поздравляю, выбран режим пацифизм и щеночки. Не убьем, но покусаем.
¡A huevo!
Давай, вылезай! У меня есть для тебя кое-что крупное! Thank you.
Началась резня? Сейчас пришли сотрудники, но их немного. Как ты догад?
Ко мне тут пришел клиент, которому нужна помощь в корпоративных играх. Он хочет получить компромат. Снова. Что скажешь? Готова разрушать жизнь? Детали в письме. Это теракт!
нас потери! Конец, даже если он пока об этом не знает. Большое спасибо. Заказ закрыт. Эдди уже летят к тебе. Давай! Не будем затягивать!